Приветствую вас на канале Hard Reset Info. И сегодня я покажу, как на устройстве Motorola Moto G41 включить портативную точку доступа или же раздать Wi-Fi. Для этого переходим в панель быстрого доступа и находим кнопочку «Точка доступа». Тыкаем по ней раз и можем переключать точку доступа. Удержав на ней палец, можем открыть некоторые ее настройки. Например, можем изменить ее название. Можем отобразить QR-код для подключения к нашей точке доступа. Можем ее скрыть. Можем поменять протокол защиты. Можем поменять пароль. Также в дополнительном можно изменить диапазон частот точки Wi-Fi. Можно управлять устройствами. Здесь можем добавлять разрешенные устройства. Можем установить ограничения по количеству подключений. И также можем автоматически отключать нашу точку доступа, когда никто не отключен. Например, через 5 минут. И на этом все. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки. И пока.